Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В Туве с наступлением тепла возобновилось строительство мини-ГЭС для села Тойлайлых в высокогорном Мангунтайгинском районе. Этот район из-за трудностей до сих пор не подключен к региональной электросети. Электричеством село снабжается автономными дизельными генераторами, требующими огромных затрат на топливо и обслуживание. Из-за дороговизны электроэнергии станции приходится использовать в ограниченном режиме по 2-4 часа в день. Идея ГЭС в этих местах не нова, о ней мечтали с советских времен. Но шанс осуществить мечту появился со стартом губернаторского проекта «Село, в котором я живу», который инициировал глава Тувы. Жители Тойлайлыга одним из первых подали заявку на участие в нем с предложением о строительстве небольшой гидроэлектростанции и победили в конкурсе. Власти района выделили им 200 тысяч рублей, а от правительства республики они получили более 4 миллионов рублей. По проекту, разработанному с помощью специалистов Минтопэнергорегиона, предлагалось построить на реке Тойлайлых плотину, а от нее проложить трубопровод протяженностью более 500 метров для подачи воды на турбину, приводящую в действие электрогенератор. Работа началась в августе 2018 года. К началу зимы жителями села при помощи строителей удалось завершить основной контур генерации и даже провести тестовые испытания. С весны этого года тойлайлыхцы приступили к завершающему этапу строительства – теплоизоляции подающей трубы. Она должна выдержать 50-градусные морозы, которые здесь не редкость. Следует отметить, что строительство мини-ГЭС в Тойлайлыге – это единственная попытка властей Тувы найти альтернативные варианты электрификации горной Мангунтайги. В двух других поселениях района, селах Мугураксы и Кызылхая, с 2017 года идет строительство автономных гибридных энергоустановок. Это сочетание дизельных генераторов с солнечными электростанциями. Их монтаж на условиях энергосервисного контракта ведут частные инвесторы. Кроме Мангунтайги, на дизельных генераторах живут Тоджинский район и Тархольский район, а также часть Пейхемского и Каахемского. В общей сложности это 13 таежных поселений. Только на топливо для них республика ежегодно тратит около 500 миллионов рублей. Поэтому все они ждут итогов мангунтайгинских пилотов по малой энергетике, чтобы выработать самый оптимальный для себя вариант. 21 мая в Кызыле состоится проведение первого очного этапа полуфинала межрегионального конкурса «Лидеры Енисейской Сибири». Конкурс направлен на формирование кадрового резерва масштабных промышленных проектов, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». В ближайшие годы на территории трех регионов Красноярского края, Республики Хакасия и Туа будет запущено 32 проекта стоимостью около 2 триллионов рублей в сфере энергетики, добычи и переработки полезных ископаемых, лесной отрасли, агропромышленности, транспортной инфраструктуры. Кадровая потребность новых производств составит более 70 тысяч квалифицированных специалистов. С целью формирования кадрового резерва проекта на территории трех регионов проводится конкурс «Лидеры Енисейской Сибири». Следующим этапом стало онлайн-тестирование, которое позволило определить уровень знаний и способностей конкурсантов, составить рейтинг и определить полуфиналистов. Всего заявки на участие в конкурсе подало более 200 жителей Тувы. Набравшие наиболее количество баллов по итогам тестирования приглашены на полуфинал конкурса. В полуфинале участники смогут продемонстрировать свои компетенции в индивидуальных и групповых занятиях. Полуфиналистам предстоит найти решение бизнес-задач. Предусмотрена индивидуальная и групповая работа, по результатам которой каждый участник сможет проявить себя и получить оценку своих навыков. Задачи в рамках деловой игры могут быть решены различными способами, поэтому будут оцениваться не только знания участников, но и их способность искать решения в нестандартных ситуациях. Финал конкурса пройдет 30 мая в Красноярске. Победители смогут получить шанс на трудоустройство в проектах Енисейской Сибири.
В начале апреля Тувинская энергетическая промышленная корпорация «Кызыл-Курагина» подписала договор генерального подряда с РЖД на проектирование и строительство железнодорожной линии «Элегест-Кызыл-Курагина», первой на территории Республики Тыва. Новая магистраль протяженностью 410 километров свяжет этот регион, богатый полезными ископаемыми и прежде всего углем, с федеральной железной инфраструктурой. При этом по территории Тувы пройдет 120 километров магистрали, тогда как остальные 290 километров уже по Красноярскому краю. Фактически за счет развития транспортной сети будут укреплены межрегиональные связи не только этих двух регионов. Новая железная дорога откроет путь к высококачественному тувинскому углю, доступ на Транссибирскую магистраль. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Не знаете, где искать деньги? Найдем! Отличные наличные, займы до зарплаты. Продукты питания, одежда, обувь, товары для дома, строительные материалы, автомобили. На выставке «Тыва-экспо» с 17 по 19 мая в спорткомплексе имени Ярыгина. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Накануне около 23 часов в дежурную часть Кызыла поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Столкновение двух транспортных средств. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции и бригада скорой медицинской помощи. По предварительным данным установлено, что 20-летний водитель автомашины марки «Газель», двигаясь по улице Колхозная, на пересечении с улицы Магистральная, при повороте налево проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки «Ниссан Марч» под управлением 31-летней кызылчанки. В результате аварии женщина, которая управляла легковой автомашиной, скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Накануне в Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел прошло чествование выпускников первых шахтерских классов школ республики. В мероприятии приняли участие 73 выпускника 11-х профильных шахтерских классов. Выпускников первых шахтерских классов общеобразовательных организаций Республики Тыва считать открытым! В фойе была организована выставка достижений юных шахтеров. Учащиеся представили свои работы, рассказали о своих проектах, достижениях и наградах, полученных в ходе обучения. В торжественной части с приветственным словом выступили первый заместитель председателя правительства Александр Брокерт. Дорогие ученики, сейчас вы уже называетесь выпускники, уважаемые преподаватели, гости. Ну, действительно, что нужно для того, чтобы вот наша республика была богатой, чтобы мы хорошо жили? Две составляющие, да? То есть первое – это наше природное богатство, наверное, даже это второе. А первое – это люди, которые являются нашим богатством. Потому что без людей, без инженеров, без специалистов ничего невозможно сделать ни в одной отрасли. Поэтому всегда, когда инвесторы рассуждают о том, какой регион наиболее привлекательный, в первую очередь смотрят, что есть из людей. То есть с кем там можно работать, кто будет строить, кто будет эксплуатировать. То есть это главный ресурс человеческий. Но он где рождается? Он как раз рождается в школе. Выпускники шахтерских классов представили свои творческие отчеты за 4 года обучения в виде презентаций, видеороликов. Рассказали о том, как они готовили исследовательские проекты, об их взаимодействии с базовыми предприятиями в виде экскурсий. И поделились результатами на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. Батарейные металлы, вот надо дальше делать что-то, чтобы была больше добавленная стоимость. Потому что иначе концентрат увозился, он где-то превращался в металл на риски, допустим, То есть там основные доходы появлялись, и на риски были богатым, то есть мы были бедными. Поэтому надо здесь добавленную стоимость сделать на месте, чтобы не просто сырье добывать, чтобы максимально его перерабатывать, чтобы оно было конкурентоспособным.
ходе торжественного мероприятия всем выпускникам были вручены подарки от Министерства экономики и удостоверения. Завершилось мероприятие общей песней «С днем шахтера» в исполнении учащихся Байхакской средней школы и общим фотографированием всех участников. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент. Просто и по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Мокрый снег. Дождь. Возможно, гроза. В Кызыле переменная облачность, ночью без осадков. Днем небольшой дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3 градуса. Днем плюс 11, плюс 13 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.